9 июля в Тихвине отмечается знаменательное событие – десятилетие возвращения Тихвинской иконы Божией Матери. По преданию, чудотворная икона была написана евангелистом Лукой еще при земной жизни Богоматери. В V веке она была вывезена из Иерусалима в Константинополь, а за 70 лет до его падения исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Во время оккупации Тихвина в ноябре 1941 года была увезена в Псков, затем через Европу попала в США. 23 июня 2004 года Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Россию. Празднования на территории монастыря и храма святого праведного Иова Многострадального начнется еще 8 июля. Гостей ожидает божественная литургия, праздничные колокольные звоны, мастер-классы по колокольным звонам и многое другое. Что касается 9 июля, это самый ответственный день. Наша задача не расплескать свои эмоции, обязательно поучаствовать во всех мероприятиях, потому что ожидается приезд очень многих главных лиц, высоких санов духовенства. Я думаю, что каждому тихвинцу, каждому, кто живет в нашем православном городе, наверное, захочется присутствовать на территории монастыря. Ну а наша задача сделать этот праздник безопасным, обеспечить его с точки зрения инфраструктуры и успешно провести. Пожелаем же друг другу хорошей погоды, безветренной, недождливой и успехов. Утро 9 июля будет ознаменовано божественной литургией в Спасо-Преображенском соборе в 7 часов. Весь день будут звучать праздничные колокольные звоны. В половине девятого начнется крестный ход, который двумя потоками от Знаменской церкви и храма святого праведного Иова Многострадального сойдется на улице Советской у въездных врат в Успенский монастырь. После крестного хода епископ Тихвинский и Ладынопольский Мстислав отслужат божественную литургию в Успенском монастыре.